РТ Они как убьют ДПМ мышей. закончилось. Красава, дай мне, либо кто-нибудь из вас может зайти, либо дай мне аккаунт Ну, пусть он потанчить на зайдет. финиш. Давай. Я не помню, просто умеешь ты танчить или нет. Если танчил, Да. ты вроде не. Я не танчил. Я на ДК играл. Это один таунт смогу А ты нажать. кнопку таунта нажимать умеешь? Да, кнопку таунта умею нажимать. Все, ты танк. Не, я знаю, что типа я. Ну, я, короче, понимаю, как мне умирать. Мне главное тебя. Нажимаю. Мне главное от тебя, короче, чтобы ты во время сокрушающего там, блядь, дал таунт, на, чтобы не прошла автоатака Да, и это да, ну, сокрушающего. да. Заберите мобов. Если А ты с этим справишься, Гурля, то надеюсь, заходи. не я буду танчить. Ты. Не. Дермич будет Я учиться. надеюсь, я просто руки буду закрывать, как и все. Блять, это сейчас еще гуля нахуй. Ой, блять, тут Ладно, на варе прожиматься надо посмотрим. смотреть. Прожиматься надо смотреть. Да, я думаю, две печеньки хватит. Зачем А, три? на дермище я тебе объясню, там чё к чему, надеюсь, ты справишься. Дермиш гений. Видите, трэш, мне кажется, очень дизель умираю. Раз. Я здесь пойду на стадилку и не умер. Женечка, это не хуёво, Ну я что там, сейчас там так же кроме хуёво таунта и ЛПшек чувствую. ничего не надо жать. Какая разница? Не, ну, типа, можешь чередовать кровь, там, тринкет на Это хп, не там, надо, что-нибудь, нельзя типа, там. подсокрушающий. Инсбаунд, может, как-нибудь. Не, айсбаунд обычно на подсейфере, это когда гитаристы выходят, я обычно так и... Да... По-моему, Похуй, здесь говно, похуй. типа, не поможет все равно. О, говно. Не, поможет, если две волны вот что-то бьют по 15 тысяч Не, одна ну я имею волна. в виду, не все же гитаристы будут. Не, ну я тебе просто пример привожу. Сегодня Две всегда так. волны. Две волны без сейва 30 Да. тысяч. А с сейвом. Ну, считай, где-то ты по 13, 26. Вместо 30 там 30 канзов будет. Дай Ну, примерно. понесу, сейчас я Плюс-минус. кнопки посмотрю, на что у него здесь будет. Заебал этот фильм бесконечный, Кто хочет почилить на замене, блядь? ЕП Я останется хочу. цел. Не, кроме что. Я что-то остаешься. Ты вон А совещать чё? пойдешь. Кому там слот надо? Танк. Ну, я тебе скажу почему. Да, дайте Уже мозги стал, заебало. по 6 кадров уже заебало, тут картинка начинается. Дайте вы Не мозги стал. надо сануба ничего. Я только за пушками шел. Понял. Пушка там Я одна не только входил, вышла, я правда. ее отдал уже. Ваничели, по-моему. А, я ваничели забыл снять, да? Да, забыл ей поснять. Ваничел, тебе же отдал, не трипл, а тебе, да? Пушка. Кому я пушку отдал? Ваничел или тебе или трипл? А, ваничел, все, понял. Зануба, начисли. У меня температура просто ваничела, я забыл, нахуй, понимаешь, вспомнил. У меня уже инста, кстати, не работает больше всех. Началось. Один сайт закрывается, у меня второй уже не работает, третий тоже. Поручи делать, кстати, хороший поручи, очень хороший. Новый рейд садомаза, дисплеить, Не, короче, не и начислял, стабилку. не начислял, сейчас начислил. О, они ЕПГП починили, начисляются теперь. Там, Прикольно. кстати, говорил, что за принятие КД полный ЕП начисляется, получается, или что? Да. Нет. Ну это к серому, короче. Кто-то принимал КД, он там он сидит, пиздит на заднем фоне, пускай начисляем всех, кто принял. Он ж не даст, я верно. Конечно, не Можно? надо. Так, ну Не ладно, могу. я вроде все кнопки на панельке нашел. Все нормально. Слакает с бобом, забегает сразу же. Смотрю. Так я уходил. Понимаешь, там шип остался сзади меня, и он уже задевает, блядь. Я даже Не надо пересмотрел что-то это. еще, кроме. Ну, хотя ладно, в принципе, на границе специально танцевал, что влево-вправо, что оно пойдет слева от меня, я знаю. Я Так, просто не смотрел. алконфел, обмен.
Не надо какие-то болезни на босса накидать или просто в кошку тыкать? Там есть ДК, похуй, типа. ЛПшку тыкаешь, и Роник, все. Понял. А вон, все, Чермету ВЛС напишите, кто КД принял. Кто наебет, потом проверю лично. Минус одну пулу ебану. Серега, там ж не тысяча. Тысячу вчера, да? Тысяча, все правильно. Не, 250 за одно было. Не, за замену-то давали же 500. А ну, значит, 500. Да, да. Какой честный рит, блять. Да, можешь хак. Да все равно получается вот свою пятерку, похуй мне. Отойди с обмен. Отойди свою десятку с ними. Кольцо надо кинуть? О, вот эти боты, блять, отойди с на вов, давай я возьму на бой, блять. Что там за кольца? Я не понял. Это на бот. Так риду снять, да? У меня, по-моему, нет таких на ретрике. 500 зачем тебе это кольцо, я не могу понять. Но оно лучше моего. Она за замену вчера не лутала, зачем ей снимать? А, да ладно. А ты у тебя основной стат это почти, это хоста, блядь. Ты лишаешься хосты, это твое кольцо. Рид приоритетнее хосты. Ну-ну. Сколько у тебя хосты? 740. Ой, Вова, я не сынул. Ну ладно. Оставим так. 4, Т4 тебе хотя бы, насколько я помню, там 900 нужно. Это прям мизер, нахуй. Так это ШП, что ли? Оно же не апает темное соглашение, да. Вообще никак. У ШП у меня, да. По-моему, что-то в районе 800. При чем здесь оно твое ШВП апает или не апает? Ну, так ты говоришь, что у тебя от чего доты тикают? От чего у тебя доты тикают? Ну вот, быстрее. От чего они тикают? Хосты. Ну, сделай вывод. У тебя основной урон от ШВП или от дот? От дот. Ну, поэтому и есть софткап. В Т4 еще на X2 я себе собирал 900 хосты. В Т10 там 1400. Типа, ну ладно, еще 800. Но ниже 800 это уже все пиздец, на. Плохо. Там от Эдис боты дал, которые с мастерством латные. Ой, не ШВП, а ШВД. Ну вы поняли, короче, я перепутал. Снимите 10 свой, да? Тучкенцы 153, 2... А, подожди, за 150. Тучкенцы 150, сними, Рит. Подождите, на бусе. Надо тебе тринкеты? Носовую хорошую, конечно, пойдем. Доля, этот, рохлый чернен. Это потом хилам. Какой хилам, Толя? Блядь, голова болит. Не надо, пожалуйста, вот этой. Ладно, не буду. А, стоп, там еще. А, окей. Яша обмен. Планировка их 10, окей. Так, я за ваш рейд не начисляю, я только на замену, потому что я сейчас в РБК вообще. Кто там? Волочка может снимать? Кто может? Да, Волочка может. Чё? Я вообще вышел с персонажа. Ну ты был в рейде, господи, чё ты вину посидел? За замену там, в замене сидел. Сейчас. Авеля не было вчера, да, получается? Не было меня. Не было. У нас один маг вчера был, собственно. Все, сейчас кину. Три. Блядь, ебать, 6000 за токен. О, слышь, блин. Ладно, 3, а короче, окей, рофлыч, обмен, дальше поехали. 7000 рофлыч, полдина разрезать, чем на книжке. 3. Окей, блин. Нихуя себе. Ринда ФКш, ринда пошла, мне ничего не делал. Сюда. Поэтому замен, ну, кризиги, ВЛС, он там сидит, пока чилит, ничего не делает. Вон, Ридиган. Ну спасибо. А там перезаходил персонажа. Он говорит, ко мне взамен. 3, 2, 1. Отойди с обмена. И отойди с 500 с ними, пожалуйста. Так. Получается, рофл еще 7к и отойди с 500. Так, все, поехали. Все были тут или кому-то надо, блядь, объяснить, что тут делать? А можно эту фласочку, которая тут, блядь, БКшная, не сопротовская?
Господи, блядь, второй рейд, блядь, на вас одни растраты, блядь. Прибыли никакой, одни растраты, блядь. Фомберг тоже на замене, да, блядь? Да. Серый был тоже на замене. Не, я ничего не прессовал. Там. Ну, был уже. Да, я думал, Серега сам себе уже накинул, когда мы там начали. Ваня, раздаешь АП фланский. И на тебе одну СПД. Обновите крест. Ну так. Так, СПД фласки мне, АП фласки печеньки. Там вон скана зашел. Грумагик еще идет, нечем я писать про замену Грумагик пока. Короче, вот этот плащ, который ты дал, он хуже. Если мой одеть там камень и за счет силы показателя больше будет. На 20. Ничем это не лучше. Там это проверялось и тестилось со всеми 258 плащами. Ну тут видишь рейтинга 40, а там 30 в камне. Там может быть только лучше 272 плащ, который падает цену на танк. Не, я про то, что сила же она показатель дает, ну считай показатель. Я понимаю, но... Сейчас фласки, давайте обмен еще. А и с тем, там дохуя статух уже. Ой, так, шкаф тыкните пока что. Кому там еще СПД фласки надо обмен? Я на себе метку не поставил, а стрельбили. Так, короче, начинаешь Дермич первый танчить, Фенрир второй, Арислин третий. Запомните эту очередность, посокрушающий танчить. Так, босса за очередность? Все время держит. А кто на Дермич? Дермич первый, Фенрир второй, Арислин третий. Поет на трэш. На кубах. Да. На кубах мой ромб, батя. Полумесяц, трипл крест, ванищелла, печенька и Ватсон, кумакет, трусы. Рыбу хавать. А эти эсэсы по танкам по каким? Кто? Я по Фенриру дам. Батя по Дермичу. Трипл по... Арислин. И его ничего останется один СС. На всякий случай. Так, напоминаю, это что, так мало фласок тебе дали? ХПшников мало, все в танках. Понял. О, у нас 4 лока, кстати, заебись. 4 собаки в бан, нахуй, я его мы сразу хуярить будем. Доля Честер Вайда работает. Пока стам кто что сбивает. Так, ТРГ печенька хил сбиваешь. Алканхел крестик. Фенрир трусы. Дермич. Полумесяц. И ромбик. Кто у нас там может позбивать? Бентли ромбик спиваешь, каст этого исцеляющей хуйни. Отчет даю, поехали. Блять, масло забыл. Ладно, сейчас один. Там темную поставьте. Садимся, ладно. Прикольно, блять. А можно сразу не вливаться, чтобы, блять, не умирали люди? Мать. Так зачем ты тронул-то? Вначале уешь от банка, а не соло цель. Пять мобов. Естественно, у тебя по пяти мобам будет больше, чем соло таргет.
сверху не забить. Когда уже их поступил с этой, то давай слот таргет начинаем. Таргет дай БФ, Жень. Печеньку подстрахуйте, каст. Так, печеньку, трусы крест, точечно играем, быстрее, у нас 20 секунд до босса. Трусы крест, быстро играем. Забили на УЕ, играем точечно, убиваем крест, трусы. Быстрее. Скоро босс активируется уже. Больше ДПС. Профлэш, дай БР по бате, быстрее. Крест добили, лови босса, готовься громить. 4 секунды. Хан, притворись, хан. Трусы добили и босса потом. Дермич босса. Трусы добили, все, по боссу поехали. Рассосались. Забирай на себя вот тебя трэш. Служи вышли, Геру дали фул ДПС. Дребаф на блок. А, забыл сказать. Арислин. А, блядь, подожди, Арислин. Кнопка, на тебе эфиры будут эти. Окей. Гитаристы. Спасибо, вкус. Вопрос абориген, где им стоит, то я прослушал. Нет. Запищайся Максиридон и смотрим, там не проебываемся. Встанете без маны, нахуй. Будет хуёво. Каждого я озвучивать не буду. Снимите третью ауру вместо брони. Приготовим еще. Прожали кубы. Быстрее кубы прожали. Угу, пускайте босса бьем. Подводи босса к полумесяцу, ну к этому порталу. Ты РГ, твой первый каст везде сбиваешь. Закрываешь все касты максимально. Играем по Архимонду. Бентли, твоя печенька, сбиваешь максимально касты. На пул на Войда. Оконхил, твои трусы. Прохил, дай сокру Войда. Ропыч, блядь. Рамбу. Доля, постарайся Рамбу просто похитить. Быстрее убиваем этих. Запечать с Мактеридона, смотрим. Рофлыч, ты уже две печати взорвал нахуй. Декурс, декурс, декурс. Декурс. Сняли быстрее. Добили быстрее эту хуйню. Ромба. Отводите босса. Играем по ромбу. Бьес, иди войд лови. Кубы прожали. Быстрее кубы прожали. Все, отпустили. Босса бьем. Босса в центр. Волк, ставь тотем Тушкен с каким на мэну. Яша, дай иннер. Меловица тоже проебалась. Яша, дай иннер по меловице. Поехали бесов. Подводи боссов к бесу. По бесам сыграли. Вой, твой первый стан будет. Я скажу, когда. Бесов а у меня больше. Давай стан. Убиваем. Босса дальше. Босса в центр уйди.
Без, приготовились кубы. Кубы прожали. Лови без. Все, отпускайте, босс один. Дермич босса забери. Ну что? Я заберу. Блять, вы с дермича босса забираете, там нет? Что вы делаете? Реслин, как только забираешь босса, босса сразу подводишь без. Сейчас после сокрушающего, сейчас будет. Все, веди к бесу. Сейчас мы всегда у нас спалится аккуратно. По бесам дали ТРГ, грипни беса, который под боссом. Туда в кучу. Угу. Ой, скажу, когда стану. ТЛЕ дали максимум. Давай, стан. Все, босс начали. Босс в центре. Смотрите, локи порталы заканчиваются на куба. Не проебитесь. Обновляете после нажатия куба. Приготовились кубы. Прожали кубы. Гитаристы, лови. Все, отпускайте босса для. ТРГ гриппа звезду сюда. Кнопкой ферять сразу. Интермич, дай избаун. Забери войд эту хуйню. По звезде все играем. Не замедляйте оковы, кидай ТРГ. По таргету, по которому бьем. Быстрее. Ты грипни, дермич. Вот эту хуйню в следующую. Частицы быстрее. Звезду. Ну, грипни одного кого-нибудь. Все, звезду теряем, замедляем. Все по звезде поехали. Ой, дай избаун. Ой, этот стекер войд. Да, вот частицу обновите. Войда прохил. Следующий грип. Фигрет озерона. Грипни кого-нибудь, ПБ, любого пол. Все, звезду поехали, замедляем, ТРГ. ТРГ твой последний будет грипп. После я только что грипп сдал. Блять, гриппните, у кого есть грипп по звезде. РДД по звезде пока играйте. Я повторяю тогда. А, ну окей. Милики, играйте по боссу, РДД по звезде. Вывернул. Приготовились кубы. Кубы прожали. Все, по боссу поехали. Че там вышло, я не видел. Без. Отлично, босс объем. Беса ТРГ видишь, который в центре? Загрипай его туда. Понял. К танку. Там, блять, там еще на. Подводи босса после сокрушающего сразу. Стоп, стопнули в босса. Стопнули в босса, никто не бьет. По весам поехали. Подожди босса и по весам поехали. Босса никто не бьет. Пироманта вот этого грипните. Кто-нибудь из ДК. Сейчас откатится кинул. Дали его я. Да, есть бант, двери. Готовься. Войд стан. Угу, все отлично. Все, на этого беса похуй. По боссу поехали. Сдвигаемся в печеньку все. Босса добиваем. К воротам побежали в печеньку все. Углы быстрее встанет. Дай сакувань. Быстрее войд, блять, тоже нахуй. Прижми стене. Блять. Выходим. Вышли, рассосались. Яша, дай БР по мне. Смотрите аккуратно там, страхуйте. 4 танка живых. Рибав полоку дайте. Извиняюсь, слегка обосрался, босса не забрал. Доля, дай мне геру. Феникс СС повесить не повесил. Я не знал, что я сдохну, блять. Я вообще не знаю, что я умер, надо посмотреть. Босса убил просто. А? Понял. Бля, я там ошибся. Чуть что, 20 живых СС еще. Есть, и там все.
Да, тут не надо искать постмонитор, слить просто. Мне ловиться, дай ману, доля у тебя там есть. Зато я понял, что для того, чтобы играть на танке, мозг не нужен. Ну, смотря на каких боссов. Ну, на этом точно нет. На этом, да. Да, там как бы за любой класс мозг не нужен. А нуб нам показал, как он не надо. А тебе осталось ходить на оперу потанчить. Ничего, Ри, на Энке точно мозг не нужен. Еще пока под босса не кукаешь, спрычь. На груле еще мозг нужен, на самом деле, там надо смотреть. Не, ну вообще я могу попробовать. Груль, кстати, похож на оперу немножко. Там также вот смотришь, типа, когда поражаться лучше. Высчитываешь, скажем так. В лужах не стойте, выходите. Да, и отойди с округ. Примите рейд, ХП. Волк, поставь ТТМ, тучкен с гимнаманом. Геру рейда откатилась. Давайте, Геру. Смотрите только, чтобы тебя Зерона в эту зеленую лужу не выкинул. Которая как слизь. Я не настолько дал. Контейнеры по кнопке. В лужу улететь, это будет еще большим фейком. Понял. Просто читай инер по... Блядь, волк печать что ли словил опять? Штука что это там был? Дай рофлыч инер по волку. Доли тоже без маны. Кнопка тоже, блядь, печать только что словил, только что инер давали. Какую печать? Махил, алло, хеллоу. Ни одного инера не было. Все в неловицу скинулись, я видел. Не пизди нахуй, только что инер в тебя был. Вот, буквально 3 секунды. Я тебя потом по полученную ману линкану. Да, это с учетом того, что я сказал, что не ману. В меловицу вообще инера не было, по-моему. Там, блядь, я попросил меловицу, блядь, а в итоге в тебя инер в долю скинули вообще. Блядь, наслакались печатями, нахуй, пиздите мне. Это линкану. Почему мы в робу не даем БР? Он бежит весь бой, блядь. Ну только что откадешился в Афуч. Мы ждали вначале. Отдыхает. От чего он умер, кстати? Ну, он умер со мной, наверное, тоже от босса узнал. Ну, он раньше на бесов умер, на последних. Да? Ну, аж я чего конкретно не знаю. Блять, у меня раскол был, я чуть не посмотрел на этот, на гроб, блядь. Босс сложил, блядь, вот он. Ну вы хоть вайпните, что ли, для интереса, разок. Да, уже хватит. Ладно. Слишком интересно, бля, сегодня. Это, по-моему, первый раз, когда я играл на танке. 3-3-5. Миловица, ты так-то застала только 7 вайпов, блядь. А мы вчера еще 8 вайпнулись на, ну, или сколько там, не помню. Ну, то есть, получается, мне повезло, да, что мне вчера не было? Да, получается так. Блядь, я лут забыл поставить. Ну как, типа, смотри, мы шли 50 на 50, нахуй. Вайпанулись на 2 лямах у Анупа, бля, и еще сверху, сука, там, 8 или 9 вайпов, я не помню. Жесть. Шо, где я тут инер показывает? Не вижу. Короче, мешок. По тебе, да вон, даже инер еще не откатешился, блядь. Вон, 3 минуты назад на тебя. Я говорю, где тут инер, не вижу. Блять, Анон наебывает все. Да.
Бентли 91. Сумка, а чего? Да это хуйня. Не, раньше, по-моему, шотала вот эта печать, блядь, по Ктеридону, да. Не, она не шотает, да. Но она много бьет. Там процентов 70-80 снимает хп, и маны где-то половину. Не знаю, на Может X2 быть? Я помню самые первые рейды, там прям люди ловили. Оно не на X2 шотало. На X2 оно тоже не шотало. Оно на X2 лужу больше било. Из-за этого, когда ты в луже очущался, и печать взорвала, соответственно, ваншот был. На X3, по-моему, она ваншотала, если не ошибаюсь, то печать. Вот она там прям реально сильно ебашила. При открытии до нерфа. Раньше шотала печать, уже... а теперь будет грухи. Вообще печать бьет столько, сколько мана сжигает, так что как бы... А, ну то бишь условно кнопка с 50-60 маны где-то условно, да? Он сразу откисает, если на печать. Не, она сжигает только половину маны от текущего момента. Там. Ну, считай, вот на этот урон и идет. Ну вот считай, 60 маны делим на половинку, 30 хп. Минус кнопка. Если у него в этот момент 60 маны. Он на текущий показатель маны делит пополам. У него обычно там маны может быть 50-40. Не переделал, значит переделали. Раньше оно по-другому как-то работало. Я не помню. Нет, но там даже в описании написано, посмотри. Типа текущего показателя маны. Я понял. Но я же тебе говорю, переделали, видимо. На скоро целка, ебать. Целка, блин. Ну скоро. Ой, блядь, там любимый босс Синдрагоса будет, чувствую. Вот у второго рейда я уверен более чем. Можно мне какую-нибудь самую такую тупую роль на этом, на королевстве? Алма, держи. Ну, короче, чтобы мог ноги на стол закинуть и ничего не делать. Я более чем уверен, у второго рейда будет пятно на Синдрагосе. Очень веселый босс будет для второго рейда. Более чем уверен. Я хочу первый рейд. Дело. Сначала нужно тут пройти деву. Дело, да. Это... Да не, в обычке она не сложная. Вы что, прикалываетесь? Там одна пачка выходит и одно МК кидает. Слишком просто. Да. Пуги это в хэме, это хлопаются в обычке. Это в хэме там сколько, блядь? 4 МК, я не помню сколько. 3 или 4? 3. И 2 пачки. Три. Вайпы будут на профи у людей, на синдре и даже на лайне. Да не, проф это даже на ребре. Да даже на кораблях. Знаешь, вайпнуться можно везде, да? Даже не, на вайп на кораблях. Рид, скажи мне, пожалуйста, бля, чем ты слышал, когда я просил рофлы чуть снять, типа, и еще кому-то? 500, я не помню уже кому. А, ты видишь меня в сети? Ты еще тогда был в сети и пиздел, нахуй. Я говорю, что я сейчас не на своем персонаже, я вообще вышел сейчас из игры пока. Ой, ладно, там давай, кому? Да я уже снял, я не помню, кто, кому еще надо было снять. От Эдису, по-моему, 500 за токен. Сняли тебе, ну ладно, кинь. Шкаф тыкните. Так, ТРГ, сбиваешь первый каз везде, Бентли второй. Алканхел первой печеньки, Фенрир второй печеньки. Дармич, танчишь просто громил. Первую играем, первым убиваем давайте печеньку, потом звезду. Давайте сумолимся, поехали быстрее. Да я уже пострелял это здесь спустя в журнале, что у тебя не снималось. Опять здесь 500 сними серу, пожалуйста. Ёпта. А, ты вышел? Ладно. Я сам сниму. Не парься. Да мне там плюсы кидали, когда я начислял за принятие КД. Я понял. Все, поехали. А где Бентли у нас? Бентли, прием. Сумонил. Я тоже, блядь, звезде каз било. Ладно, Войд забирай, ты деграмиру, Дармич второй каз везде сбиваешь. По печеньке все играть. Первый сбей.
Я сбил печеньки первые. И пуржите это обновление. Кто-нибудь, шаман, прист. Маг может. Маг тоже чирокрамин спизы сможет. Правильно. Шаман тоже мы. Лог собаки. Кто собаки там? Да ты сложные вещи говоришь, лог собакой. А ща вызову нахуй еще и косты потикать, бог ты. Хули мне, молодому нахуй. И попуржу заодно. Какой-то молодец. Да, что он, блядь, такой резкий? Пуржи, наверное, блядь, не успеваю спуржить, блядь, с макросом, блядь. Блять, меня собаку громила убила. Вы серьезно, блядь? Не только у тебя. Пиздец, блядь. Ну он шальной этот громила, он шальной. Это живодер и собак поставил. Не знаю, а какие вообще нормальные же хилы и фреймы петов. Вот он звезду 5. Не, ну понятно. Это типа Миша назвал ненормальный хион, да? Да, да, да. Ну, не знаю, я никогда не выносил. У меня стоит отдельный фрейм петов там, к с первого сторонки. Я могу посмотреть чей-то пэт, я увидел какой-то пэт, ебаный побежал, что-то сагрил, такой, ага, ник вижу, посмотреть на чей-то, блять. Все. Короче, вы поняли, ты поставил фреймы, чисто чтоб сливать, ясно? Просто скажи, я за справедливость. Доля там пыхтит, блядь, косты сбивает. Да, всем похуй просто. Хочу быстрее пойти спать. Ты не слышал, Доля, что сон для слабака? Да, на работу завтра. Ты немножко рядом ошибся. Да, я, в принципе, да. Просто прыгаю. Еще полтора часа, все нормально. Мне тут, мне тут сказали, бля, что все вайпы это все из-за Сусана. Ну, вообще да. Он банку не пьет, масло не мажет. Сапрот забывает перепить. Сейчас это ГП надо давать, ну, я тоже так думаю. Так я уже давно сказал, дайте мне не спецов заслать. Как типа, не минус ебать, то ли ты ГП въебать. Дайте солнце. Слышь, трипов, блять, я вижу чат за энхал 100%, нахуй. Я тут смотрю за вами, ага. Так, ладно, короче, Фенрир, смотри, Зерона. Там он вешает, получается, стаки такие. Ну, увидишь, темное сокрушение. Ой, короче, где... Да не парься, там ничего сложного нету. Ты просто его бьешь, получается, и это. Там это на тебе стаков 6, да? Когда остается где-то 5 секунд этого дебафа висеть, зеленку один раз нажимаешь, там раз в минуту тебе просто, ты скидывать сам себя будешь. Ну ничего сложного. Если не справишься, там, если что, с тебя Арислин сагрит, например. Бля, я холиком с него потанчу, забей. Ну. Так, Войд. Я постараюсь. Войд. Давай будешь. А, короля какого. Печеньку. Арислин трусы. Дармич. Полумесяц. И крест. Фенрир. Этот. Череп. Дармич, помнишь, молитву тебе только кикать надо полумесяц. Все. У нас 4 лока. 4 собаки баним просто и все. Метки я поставлю. Помог косты кикать надо. По глазу? Да. С трусами. Да можешь вот тут вот где-нибудь стоять. Вот тут кочка есть такая. Вон в крестике, видишь, примерно. Вон там кочка есть такая, чтобы тебя не выкинуло. Вон там будешь стоять. А ты с этим, с королем, ну, я не знаю, можешь... Минить вот здесь. В принципе, да? Можешь тут держать его, похуй. Вот. Ну и все, рейд плюс-минус где-то, ну где-то тут печеньки будем ставить.
Напоминаю, открывается крош, живую бомбу выносим. Все остальное там ничего сложного нет. По сейвам я скажу, что нажимаем. Камни, наверное, возьмите все на всякий случай, пускай его. Там шаман этот тотемчик в сторону убирать сразу же. На, кстати, да, пета еще уберу на всякий случай. Это тогда пета нахуй, это пиздец. Только убери его от тотема тоже, чтобы он тебе не сдох. Да похуй. Но на Толма и так умирает. Каждого, когда он когда кастует как. Батя, убери, пожалуйста, своего пета. Он умрет. Давай, терчи на полуба. Ну ладно, похуй-то похуй. Да похуй. Да, реально похуй. Буквы. Да, ты только трусы держишь, все правильно. Рестлинг готов. Все, что отдаю. Только дермиш, не проеби, смотри, чтоб крест прямо там и стоял, где он и стоит, если по глаз туда подойдет. Никто босса не бьет, пока я не скажу. Без команды никто не бьет. Олма забери. Угу. Короля. Слепоглаз забери. Киглер открылся. Не бьем пока. Все. Ему что, ждем. Исцеление кикать надо? Не надо исцеление кикать, только этот, блядь, воет, ну не. Молитва. Молитву только. Все, поехали по Киглеру. По чуть-чуть смотрим за своим агро. Смотрим за своим агро. По чуть-чуть бьем. Никто не забирает, они в бане будут. Вот сейчас вы их бьете, да. Сейчас вы их бьете. В два милика на алкал. Не бьют, зря. Бля, Войд, нажми печать на агро. Войд, забирай на себя собак, которые эти. Все, стопнули по Киглеру, сыграйте по собаке. РДД. Стопнули по Киглеру, бейте собаку. Все равно пускай агро набирается. Просил собак бить. По собакам сыграйтесь. Я короля держу, вы про чё, блядь? Кто у нас там открылся? Что-то я, блядь, проебал с пушкой. Киглер опять. По Киглеру поехали. Ханты, будете помогать по собакам играть. Когда эти собаки появляются, по собакам играть. РДД. У нас один сурф, так что я одному только буду играть. Какая разница, блядь? То есть, пока ол не активен, там можно магии хуярить. Бейте вдвоем, я вам еще раз бью. Появились собаки, бьете. Будет, можешь на себя собак забирать вообще, чтоб ТРГ их не танчил. Подойди прям к колбу похер вообще. Не, лучше надо. Не, короля не подводи, ты чё, агро сорвут, пиздец будет. А нет, он за улмом станет. А, этот, стопните Киклера и Батя, не забывай, этот. Как его, блять? Крош открылся. По крошу поехали. Не забывай КС кидать всем. Ну, кто открывается, потому КС. Живую бомбу выносим, напоминаю. На ком живую бомбу выносим. Играем по кресту. Смотрим за агро, если что, скидываем. Ваня, твое ИМА на огонь будет и сейф. Чуть и дармище ИМА. Нормально. Ладно, на этом боссе тоже мозг не нужен. Ну, так, да, здесь ничего не надо. Бэт новость. Все, давай ман огонь, дермич айсбаунд. Все, стопнули, крошу никто не бьет. Стопнули по крошу, не бьем. Агро держи. По Киглеру поехали. Блять, забери собаку с меня, пожалуйста. Кто-нибудь вот эту вот хуйню, которая в центре. Анты по собакам играйте. Давайте, РДД, бурсты свои прожали, добиваем Киглера нахуй. Батя КС. Хочешь фокус покажу? Там сокрусь, надо было. Не сокрусь. Надо. Не надо мне никаких фокусов, блядь. Пизду. Это Азерони. Давай. Азерони там тоже не надо. Олм откроется, блядь, рипнешься на. Ебать нахуй, это что за. Это твой фокус? Это не твой мой. Фокус урон по всему нет, ряду, блядь. Не мой. А чё так больно, блядь? Ебать. Что молнии в рейд. Дай сокру, Войд, быстрее. Добивайте эту хуйню, ебан. Я могу встать.
Вставай. В Рофлыч БР по этому, блять. По слепоглазу поехали. Рофлыч БР по From Rockstar. Рибахнули. Рибахнули шаманы, рибахнули Яшу. Рофлыч Иннер по доле. Волк тотем, бестия гимна ману. Слепоглазу бьем. Ханты активнее по собачку. Пиздец, фокусы, блять. Не мои фокусы. Называется у вас танк не кот. Танк не кот? Да. Не знаю, какой танк не кот, блять. Я ДКшником танчил, не было такой хуйни, блять. Первый раз увидел, чуть за молнией, блять, такие вообще. Блять, он не во всем ничего. И он бьет других, кроме танка. Пельмени, огурец, нахуй. Блять, это горох тут сразу. Ваши пацаночки, фразочки тут не ко мне. Чё ты так странно сбиваешь этому слепоглазу? Я мискликнул. Мискликнул ты, стопнули слепоглазу. Ну, нормально игра набрал, можно в асфальте написать? Нет. Крош открылся, по крошу поехали. Я убью, это твои проблемы. Собак, убивайте быстрее. По крошу играйте, ордены. Будешь таунтить, сделаешь. Сыграем. Он откроется, тебе не хватит тут агро. Кнопка, у тебя МА есть? Есть. Все отлично. Это твоя сакра, мимо, да. Не дармись, нажмешь, когда он приспотни начнет вставать из мал. Почему я не жму из мала? Ты на Олми нажмешь, не переживай. У нас своего в дохуя, поэтому я все не использую. Какая разница. Блять, я проебался нахуй. Пока я пиздел. У нас ТРГ умер. Собак. Давай, сейф. Чего, какого-то убили уже, что не могу понять? Все, стопнули, крошу, стопнули, да. Стопнули, крошу. Арислин, ты ж, мы ж убили этого, забирай на себя собак. Он открылся, блять. Звезду, батя. Трусы, Ваничелло. Ромбик, трипл. И все по Олму поехали. Смотрите с бана их, не выпускайте. Обновите бан, особенно после Геру перед костом. Геру давайте фул ДПС. Да, Dash Void Сакру и Фенрир айсбан. Под собак этот я скажу. Перебанить. Перебаньте собак, да. Особенно перед костом, самое главное. Чтоб они в бане были. КС. КС не висит, кстати, батя, блять, косяк. Чё-то... Давай, нажимайте айсбаунд сакру. Ага. Значит, надо собак убивать. А как нам их убивать теперь? Ну, это их просто не забанит. Охуенный фокус, мне понравился. Две не забанили. Бан снялся, на. На. Ну, красавчики, чё. Не, ну я выжил же, блять. Ну, на. Лолы, блять. Локис, блять, не могут этот спадать. Да проще зайти. Шо вам минусануть всем? Да какой забить, у нас милишников нету почти, блять. Кем ты убивать их будешь, нахуй? Автоатакой нахуй будешь хуярить кинжалом или что? Да, хуёво, милишников нету. Блять, я вам одно поручение дал. Ебаное одно поручение. Когда, блядь, заканчивается каст, нахуй, перевесить перебан. Снимаете бан и даете его заново, нахуй. Когда он начинает кастовать. Сука, сложно это сделать или что, ну? Нет, там проблема, знаешь, в чем была? Двое не забанены. Челы перебанивали друг у друга. Один вешал, другой снимал. По итогу две собаки. А, ну да, путаница. А метки я, блядь, просто так вам сказал, кто там какие бани, да? Не услышу, блядь, походу. Господи, блядь, ебать нахуй, кривые, блядь, ужас нахуй, фу, блядь. Ты трипл банил Ромбика, кто-то снимал с него хер. Сейчас, если, блядь, с баном не справитесь, нахуй, сниму, блядь, 1002, нахуй. Для профилактики вам, блядь. Я, блядь, сейчас по таргеты повыношу, блядь, всех собак, нахуй, которые метки поставлю. Хуй с ним. Я потеряю ДПС, но я повыношу, нахуй. И буду знать, кто проебался.
звучит угрозой. Джи стоит починить. Не, ну просто заебал этот цирк, ну. Вайпаться на хуйне какой-то. Одну кнопку ебать нажать не могу. Интересный вопрос. А как можно несколько таргетов вынести? Берешь и выносишь, блядь. Очень проще. Кстати, я что-то тогда тоже об этом задумалась. Не, просто я начинаю запомнить цель, у меня одна единственная цель всегда будет. Что бы я ни делал, хоть уперся в стенку, хоть, блядь, башкой с разбега. Ну, одна цель всегда. Максимум две. Одна в фокусе, вторая в таргете. Ну, типа, я это не, я про запомнить цель именно, я имею в виду только. Да. То, что у тебя фокус, это я не считаю. Части боя цели включаешь. Запомни цель. Потом перемещение рамки, это портретов самого, и еще запоминаешь цель. А у тебя что стоит? Спер? Нет у меня спера. Давайте вообще на клубах. Там еще груз впереди просто. Изи босс говорили, не. Так он эйси. А чё, дай-ка, нет, чё застану. Смотрите только, блять, сагрите нормально. 5, 4, чтоб они нахуй не бегали. 2, и не бейте никто. Вообще, блядь, так не бегали. Если по глаз открылся, ждем, пока не бьем. На пути пока, если по глаз. Сейчас поехали после погоды. Смотрите за гроб вроде. По собакам ханты. Гармичек прокинул его на них. Что, стопнули или он после погнажа не бьем? Стопнули. Блять. Ждем. Аккуратно живую бомбу выносим. По собакам как играть. По кроссу поехали. Не сильно, смотрите за игру. Живую бомбу выносим, повторяем. Блять, напоглась пошел. Сбил карту. Распол, метеор. Смотрите, у кого агро, блядь, срывается же. Стойте, АФК не бить вообще. Я набираю. Блядь, ну... Кейс обнови. Ваня... Дарми через банк. По собаке сыграть, стопнули, прошу, не бьем. Стопнули, не бьем. Ты как-то, блядь, киллера близко держишь, мне кажется, что-то он такие бьет. По крошу дальше бьем. Дальше крошами. Ваня, дай огонь, отойди, забери огонь. Волк, поставь тотем тучкенца гимномену. Давай это сокрой и эма. Лирир, дай эсма. Нормально, стоп. А не, еще можно бить нормально. Все, стопнули, кроша, не бьем. Стопнули, не бьем. По собаке, а он открылся, блять. Собаку туда бейте. Так, трусы Ваничелла, ромб Батя и трипл полумесяц. Как слышно, прием. Прием. Моя звезда.
Обновить бан самое главное перед кастом. Как только каст начнет кастоваться, надо бан отдать. Своего таргета. С Герой проебались, ну ладно, в следующий раз. Дремич, да, 6 баунд и Войт Сокру. Обновили баны, сняли бан и обновили бан. Сняли бан и обновили бан по своим собакам, быстрее. Сокру из баунд нажимайте. Да что за хуйня? Короче, да? Я знаю, что это, блядь. Это когда выпустили. А да, они даже в бане будут засчитываться урон дополнительно. Ясно, значит что-то понерфили, я понял. Так на открытие. Вызывает бан. Потом что-то поменяли, то ли убрали, то ли что. Сейчас вернусь. Да, у меня сейчас тоже кинули. На что делать нахуй? Ну, убивать их. Хотя бы двух. Так. Ну давай сколько посчитаем, сколько там рога, блять, два ханта. Ну ханты чё, магии бьют? Два ханта мы моим аспектным, допустим. У нас рога, ДК и два ханта. Да, так в момент. Брикин. Редрики тоже не пердят. Редрики тоже хуёво. А чё, они не зальют мне аспект? Там 4 собаки. Сколько у них там хп? По 900 тысяч. Ну, какие-нибудь, если было бы два фурика нахуй, то они бы залили, я не ошибаюсь. Ну, хотя бы две-то они зальют, правильно? Два ляма, ну, должны. Да, ну, только надо как-то... Ну, сделать, там еще одна собака перед этим, надо собакам уделять больше внимания тогда, пока он живой, чтобы не было лишних собак, когда он открывается. До открытия его надо убивать сразу с хищницей. А у сок котов нету случайно? Бля, хуево. Да зальют две собаки там уже на двух, меньше пробьет. Да мне кажется, даже три они смогут залить. Давай, Серщин, полубак, поехали. Ща, он будет размахивать. Дайте лапы. Там надо давать где-то 2 или 3 слива, чтобы пережить 2 собаки. Ну, если оно работает. Два слива и так дается. Эма еще темный, может ебать кое. Но не работает. Ну да. Значит, отношение надо 3 постараться получить. Держите челки, мы еще немножечко. От магии тьмы наносит урон. Должно работать тьма. Ну, меньше урона наноситься должно. Попробовать никто не мешает. У нас сокра может, получается, есть бан. Вара у нас нет, можно было пешевой. Плюс свои сейвы какие-то жмите, хуй его знает. А, терчал был мор. Убрали пометку, кстати, насчет резиста. Можно еще саппорты всем выпить. Хотя это такое, мне кажется, особо не поможет. Не, ну лютым дряпком. А чё, дэн? Да, блять, меня убивает нахуй со связкой, понимаешь? Так, а если их приручить, не? Не получится? Нет. Там прям написано, что вне зависимости, кто их приручил. На прошлом КД нормально работал, на этом уже какая-то хуйня. Ладно. По Киглеру аккуратненько начинаем бить. На Реслин на пульте. Собаку убили быстрее. Вести и тушкенцы тоже собаку свечите. Дотики. Дай и Реслин Сокру быстрее. Все, стопнули Киглера, не бьем. Стопнули. Собаку надо срочно убить.
Ладно, слепоглаз открылся, окей. Слепоглаз, поехали, смотрим за Грокура. Блин, я на самом деле так Сирус заебал в этом плане, типа, что они, блядь, что-то меняют, что-то переделывают, что-то там доделывают и так далее, и никакого анонса, блядь. Вот, сука, ну, написали, потом исправили то, переделали то, на. Это ж пиздец какой-то. Собака. Что-то уснул, да, отстать, настолько. Собака вылезет. Стопнули слепоглаза, не бил. По собаке все сейчас максимально. Собаку убили быстрее звезду, все освичнулись. Я нормально крошу открылся, окей. По крошу поехали. Оно от магии прям пиздец, пиздец как хилится. Или если, допустим, все нахуй в нее свичнутся. X3. Мне кажется. Сильно. Нахуй мы ее пробьем, да? Ага. X3. Сука. Хуёво, блядь. Мне как огромный бирать, блядь. Ваня, давай, ма, сокруг, верни 6 балл. Прохил. Стопнули. По собаке быстрее. Звезду. Игрос кинем. Слепоглаз, слепоглазу поехали. Полумесяц. Блять, такое извращение. Стопнули слепоглаза, не бьем. Собака вышла. Слепоглаза дальше бьем, добиваем. Собаку играем пока что. Сейчас, которая собака вылезет, там прямо перед открытием, ее надо прям ваншотнуть нахуй, так что готовьтесь. Еще может лом откроется. Сейчас собака должна вылазить. По собаке сейчас максимально депсы. Залили ее нахуй. Нормально киглер открылся, все забили по киглеру, поехали. Мара, поставьте ты тоже, пожалуйста. А Мортал работает типа на эту хуйню, когда она хилится X3? Там на 300%, там не сработает этот Мортал. Дебосс вообще будет полтора. Ты ее больше хилишь, чем бьешь. Любой кастер, да. Блять, звук. Собаку. Ясно, овца, как обычно. Блять, ну получается, выходит перед этим собака, и еще 4, сука. Это 5 собак, да? 5 ебучих собак. Собаки.
немножко сыграли. Стопнули по собаке, стопнули. Убивайте звезду и этот, и трусики. РДД по боссу. Звезду максимально. Без АУЕ, без магии, блять. Только милишники и ханты. Играйте максимум, Геру. Бурсты свои жмите. Убейте звезду. Быстрее. И печеньку. Сведите их там с АУЕ. КС повесь, батик, это важно на ОМ. Чтоб им еще время там чуть было. В запасе. Минус пьет, нахуй. От декурса, блять, умирает, нахуй. Так, Войт. Ваня, у кого тьма стоит? Поставлю. Забери тьму. Блять, печеньку не успеваем добить. Трусы точнее. У нас там три собаки живые. Так. Пинриер сейчас даст 6 баунт, когда скажу. Ваня, Сакра, Бабл плюс МА. Сейчас. Нажимайте, 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 нажимайте. Пали собаки. Фу, блять. Это сколько было? Три? Да. Ну, я по Киглеру поехали, дал. Киглера добиваем. Тоже ему сокру сейчас дал. Они не стакаются, две сокры. Ноль урона. Ну, кажется, просто КС надо держать, было. И собаки пропадут до окончания коста. А КС, какая разница с пулом? КС главное, чтобы висел, когда он начинает каст жертвоприношения кастовать, понимаешь? Это так. Когда он дольше кастит. По собаке поехали. Арислен, будешь забирать собак на себя пока что. Так, готовьте, сейчас крош открылся. По крошу поехали. Даже дебафы носим, живую бомбу. Крошу поехали. Забери. Держдейнер, пожалуйста. Значит, опять уснул. Побей. Миловица, дай тотем волк, нажми. Короче, блять, Дима и тотем волк. Я думал, здесь на ВБшнике он его. Ручка. Дим, быстрее. Добавка, Мась. Нормально. Эсбаунд нажми, сокру, войд. Быстрее прохил. Стопнули, крошу не бьем. По-моему, открылся. По-моему, поехали. Звезду убивайте максимально быстро. Главное звезду убить хотя бы. Ну, 4 выходит, что ты меня наебал? Ну, не 5 же. Заберите собаку, пожалуйста, с филов. Там пятая остается. Арислин, собака твоя. Звезду бейте, блядь. Чего вы не бьете эту звезду? Быстрее. Больше депоса. КС очень важно. Декурс. У нас 3 собаки останутся. Локи, если петы умерли, перезывайте на этот. Перед кастом. Это важно тоже. Осталось все прошло. Все, идите босса играть. Да, вы не успеете убить, босса бейте. Дермич, ой, подожди, Фенрир, айсбаунд. Ваня, нажимай, Фенрир, айсбаунд, быстрее. Пизда, минус все хилы просто. Минус все, сука, ебать хилы. Просто все. Что, БР есть там? Вставайте, хилы, с нами. Да, у меня нет КД. Да, или курсы еще побери. Ну, я хз, как так, типа, хилов убил, а остальных не убил. Ну, не знает, но... Ну, я под сопротом, все как надо. Значит, не учитывается резист. Ну, в смысле, у плейды рейда учитывается, у хилов нет? У Валка есть Энх. Энх физуха бьет? Или у него СПД? Полумаги. 50 на 50. Как ратик. Сука, хуёво, конечно. А есть на замене какие-нибудь физики? Нет. Нолик только был и все. У Макэ, ты на магии один раз нажал декурс. Рпал, профы 4. Ну, типа,
Нахуя вы вообще заходите в рейд, если вы не можете одну ебаную кнопку нажать?